HSN. HSN. Кожа, волосы, ногти. Значит, здесь собраны травы, которые наиболее богаты кремнием, кальцием и йодом. И медью. Да. HSN. Нет. HSN. Да. Кремний, кальций, медь и йод. Йод – источник красной водоросли. То есть, если келп у нас бурая водоросль, а есть красная водоросль, да? Вот как бы мы же говорили, да, о том, что волосы выпадают, когда дефицит йода. Есть такой симптом, да, гипотиреоза. Или блеск их теряется за счет дефицита йода. Вот красная водоросль здесь для этого. То есть, это тоже курсовой продукт, он очень хорошо сочетается с шампунем, с кондиционером и с коллоидными минералами. То есть вот такой комплекс для улучшения качества волос, ну, на фоне полноценного питания, да, это HSN, коллоидные минералы, шампунь и кондиционер. Ну, вот новая натрия, да?